Окуня совсем обезумели. Есть. А, отвалилось. Сегодня что происходит? Сегодня работают малые реки. Все по плану. Есть. Дуплет. А, отвалилось. Не, не дуплет, да. Всем привет, ребята. С вами снова Мэфик. Продолжается наша эпопея в Новосибирске. И сегодня никакой лодок, никаких больших весов, никаких течений. Сегодня будут малые реки. Малые реки с Василием. Он мне все покажет здесь, все расскажет. Перекатики, маленькие веса, маленькие приманочки. И, естественно, это либо белый хищник, да, либо белая мирная рыба. Как белая мирная рыба? А щука с окунем? Щука с окунем, возможно, тоже влетят, поэтому смотрим. Экспериментатор флюрокарбон поставил. Я предупредил, что здесь без струны лучше не закидывать приманки. Да-да-да, у меня флюрик. Ну, оторвет и оторвет. Посмотрим. Ну что, побежали! Дорогие друзья, эта рыбалка интересна вдвойне. Во-первых, это большое видовое разнообразие. Во-вторых, мы с Василием хоть и вместе, но будем ловить довольно далеко друг от друга. И в-третьих, конечно, это лайт и ультралайт. Звонкие поклевки даже самой небольшой рыбки. Ребят, с первой точки нам не повезло, поэтому мы ищем рыбу, ищем водоемы, которые пригодны сейчас в данный момент времени для ловли. Вот. Ну как раз вот сейчас едем, будем надеяться, что все будет хорошо. Смотрите. Ну вот, ребята, вышли мы наконец-то к какой-то реченьке. Это малая река, мы даже не знаем название, но и не важно. Есть утечка, есть обратки, видно, как идет струя, как отбивает она в тот берег. Все тут есть. Так что будем пробовать. И, конечно, первая и самая главная приманка для меня на малых реках – это микроколеблющаяся блесна. Приманка срабатывает как по мирной, так и по хищной рыбе. Ах ты, поклевка была! Ах ты, поклевка! Поклевки, конечно, присутствуют, но какие-то вялые, не смелые, что ли. Поэтому перехожу на другую оснастку – это отводной поводок. И мушка в качестве приманки. Так, поставлю вот такого вот муравьишку. Вот он, вот он, вот он. Да-да-да-да-да-да. Ура! Это тот, за кем я сегодня пришел, ребята. Вот он, смотрите какой. Вот эта рыбка. Плавнички такие у него красивые. Ух, красавец какой. Ну, иди, плотва. Спасибо тебе. Ну что, а сработала у нас сегодня мушка-муравей, вот такая вот прикольная, с красной такой головкой, с красной жопкой точнее. Ну вот, ребята, интересное место за моей спиной сейчас, вот посмотрите, там, если видно, да, то вот заканчивается струя, соответственно, там свал. И вот вся вот эта бель, вся эта мирная рыба, она крутится, вертится там. Хищника почему-то здесь нет, на колебалке он не отвечает, а вот плотва тут. Вот еще одна, еще одна. Хорошая.
Опа. И еще одна плотвичка. Ах ты, выход был. Ах ты, поклевка. Ах ты, поклевка хорошая была. Да, тут такой муток, а вот все поклевки вот здесь вот у нас стоит. Ах ты, поклевка хорошая. Еще одна, вот он, ах ты, сошел. Ах ты, поклевочка была. Вот она. Есть, есть, есть. Догнала. Это матрос. Сумасшедший матрос. Ты-то чё, на мушку позарился? Красивый. Иди. Ух ты, хороший, хороший. Волосатый. Ну что вы, ребятушки, обезумели, что ли, совсем? Хватит уже клевать на мою мушку. Я ловлю белую рыбу, понимаешь ты, белую. Ладно, ребята, продолжаю двигаться по реке. Тут что-то стайка окуня задолбала уже поклевывать. Хочется елечка, хочется плотвички, хочется всякой такой вот мирной рыбы. Смотрим. Пробираемся сквозь российские джунгли. Тоже, мам, не горюй, тут завалов. Ух ты, хороший. Кто это у нас? Неужели опять полосатый? Блин, что ж такое? Спортивный полосач. Тебя здесь очень много, дружочек. Ты очень маленький и настырный. О, хороший, хороший сел. Окунь один за одним. Поклевка, поклевка, еще одна. Еще одна, сидит.
дергают на каждом забросе. Надоели. Ой, кажется, это елец был. Так, надо что-то менять. Очень много поклевок. И в основном это, конечно, окунь. И, похоже, один был маленький елечек. К сожалению, он прям свалился с крючка, когда я его достал. Попробую-ка я микротурбинку. Эту приманку мне подарил Николай, мой друг. Николай Николаевич, привет тебе. Спасибо огромное. Вот заодно и проверим. Это та приманка, которая должна хорошо работать. Даже не то, что хорошо, а отлично работать на малых реках. О, хороший, хороший елец! А нет, это плотва. И это даже не плотва, ребята. Это самый настоящий подъязок. Уже потом с Васей, когда смотрели фотографии, обнаружился этот красивый белый хищник. Момент атаки был просто восхитителен. Я чуть заглубил приманку у травы, и этот бандит сразу же атаковал. Ну вот такая, ребят, плотвичка села. Красивая. Иди, спасибо тебе. Поклевка была прям. Там они в травушке сидят. Вот еще одна отличная. Вот она, вот она, вот она. И еще один подъязок. Ну вот такая вот красота. Ну ладно, пока. Ах ты, поклевочка была. Поклевочка была, прям тык-тык. Это может окунь. Хотя нет, окунь догнал бы. Ну что, ребята, микротурбинка работает. А сейчас я хочу вернуться немножко к отводному поводку и попробовать микросиликон от Аксенти. Была. Еще поклевка. Интересно. Окуня, что ли, опять проснулись? Тут тычется прям. Приманку. Вот она, наконец-то. Кто-то дыбл. Ну, это окунь, естественно. Кто это может быть еще? Нано-окушок. Нано-окушок и приманочка. А так, Сэнти, иди, мелочь пузатая. Отличный микросиликон.
Ну что, ребята, очень хорошая речка. Прям вообще кайф. Плотвичка. Был момент, когда плотва клевала практически на каждом забросе. Вот. Был окунь. Спортивный. Этот вездесущий полосатый разбойник. Это нормально. Вот. Но тем не менее, даже влетел у меня один елес, но, к сожалению, он слетел у меня с крючка. Вот. Ну, думаем сейчас продолжить наше путешествие. Посетить еще одну реченьку. Тоже малую реку, естественно. Вот. Так что смотрим. Да. Ну что, ребятушки, присели мы отдохнуть. Огурцы, бутербродики, все хорошо. Честно говоря, я вообще хочу рассказать про малые реки. Вот, допустим, спиннинг у меня, да, до 10 грамм. Чем хорош? То есть он максимум универсал получается. Вот идешь, да, допустим, мель, перекат. Ну что ставить? Ну маленькую блесну, там 3 грамма, 4 грамма, все хорошо. Идешь дальше, бабах, яма большая. Ну, если у тебя спиннинг до 6 грамм, ну что, ты шестерку туда кинешь и будешь ждать полчаса, пока она упадет. Можно поставить там 8-9 грамм, даже в принципе 10 с небольшим перегрузом. Этим вот спиннинг получается универсален. И вообще, вот, честно говоря, я не понимаю. Многие не любят малые реки. Типа того, что у меня нет трофеев, да, все дела. Ну, просто многие рыбачат для того, чтобы поймать рыбу и съесть ее. А здесь ты рыбачишь больше, ну, для души, для какого-то такого кайфа, умиротворения. Тут рыба не самоцель, тут самоцель именно присутствие происходящее. То есть, ну, ни одна большая река не даст такого кайфа, как малая речка с прозрачной водой. Эти водоросли, извивающиеся на перекатах. Рыба, которая плавает у тебя на глазах. Ну, это отдельный кайф. Друзья, вы понимаете, что на малых реках такое большое количество рыбы разной, да, обилие, видовое разнообразие. И все это можно поймать, в принципе, меняя лишь вот там тип приманки. Раз, отводной поводок, мушка, да, один тип рыбы. Поставил микроджиг, сразу же, значит, ушел на окуня, на щуку, да, на там. Даже судака поймали. Да. Откуда взялся, непонятно. Вот малая речка реально умеет удивлять здесь. Абсолютно любая рыба может клюнуть. Но при том условии, если ты ловишь на ультралайт. То есть именно ультралайт. Ультралайтовые маленькие приманки разнотипные, они дают вот именно максимальный этот объем, охват по видовому составу. Даже вот у нас в Сибири, ну конкретно у нас в Новосибирске, видовой состав рыб очень скудный, да. То есть взять там севернее, там уже появляются такие рыбы, как там таймень, ленок, хариус. Южнее там есть какие-то рыбы, сом, жерех. На восточнее туда, в сторону Европы, там галаваль. Там вообще чего только нету, да? А у нас все очень ограничено. У нас щука, окунь, судак из основных хищников, там, может, налим, да, условный. И из бели кто? Елец такой условный хищный, да, и ясь условный хищный. То есть все, что можно ловить, по сути, на спиннинг. Все остальное более, больше приловом. И при этом ультралайт берет все это разнообразие, которое да. есть в малых реках. Поэтому это просто кайф. Ладно, ребята, мы, короче, кушаем. А у вас через секунду уже наверняка будет пойманная рыба. Ух ты, ух ты, нормально, я прям видел по вершинке, бабах. Это у тебя что стоит? Микрушечка стоит. Ну кто-то прям шлепнул сразу на нее. Здорово так. По дну волочишься. Вот он, ах ты. Ух ты. Че, опять? Да. Кто-то там стоит. Во, ах ты, ну что ж такое. Вот она, о, хорошая. А, ты на муху свою? Бель, плотва, походу. А это, ребятки, елец. Вот это елец. Вот он. Вот цель нашей сегодняшней, ну, не побоюсь этого слова, экспедиции, ребят. Ты сегодня всю мирную поймал. Я поймал ельца первого в своей жизни. Ну, ни разу не ловил. Ну, что делать?
Бывает и такое. Смотрите, какой красавец. Посмотрите, какой красавец. Спасибо тебе. Елечек, иди. Да! Вот, ребята, микросиликон на самом деле делает просто чудеса. Это реально творит чудеса. То есть это и мушка получается, да, и вот выглядит для рыбы очень аппетитно и привлекательно. Есть! Еще одна! Разбойник-матрос, ты сожрал мою приманку! А, нет, не сожрал. Ладно. Иди, спасибо тебе. Ну-ка, поставим черненькую. Обычно на черную, вот по моему опыту, поклевок больше. Но это там, когда я на Тайвань ловил. Вот. А здесь сейчас заодно и проверим. Может, он как-то более натурально выглядит для рыбы. Такая крокозябра. Ух ты! Прям с середины. Хороший. Еще один елец. Ну все, ребята, рыбалка у нас сегодня удалась. Смотрите, заживал приманку хорошо, так достаточно заживал-то. Крючок в пасти. Красавец. Иди, спасибо тебе. Че тут у тебя жара идет? Ну, похуже сейчас, конечно, но нормально все равно. Покусывают? Покусывают, да. Проводка с отводным поводком, ребята, на самом деле очень простая. Ну, вот смотрите. Все, в принципе, так же, как при проводке микроджигом. То есть чувствуешь дно и такой небольшой подброс. Мушка в это время делает такое движение быстрое. Вот у меня была поклевка сейчас. Можно еще вот так вот немножко подмормышевить, да, иногда. Тогда мушка начинает трястись на потоке. Клевка хорошая была. Ух ты, поклевка хорошая. Да что такое, после коряги прям сразу же. Ну
что же, микросиликон работает. Кому интересно, ссылка в описании. А я попробую еще другие мушки. Попробую поставить поярче вот такую вот мушку. Интересно, как себя рыба поведет. Ух, хорошая! Какой-то хороший окунь, скорее всего. Большая. Да, окушок. Окунярику этот цвет понравился. Смотрите, какой спортивный окунь. Естественно, мы его отпустим. Полосатый друг, иди, спасибо. Ух ты, хорошая поклевочка была. А это вот она, догнал, красавчик. Ну, вот такой толстый окунь уже. Под вечер-то. Понравился ему гамарус. Иди, спасибо. Наступают вечерние часы, друзья, и я меняю приманку на микроджиг. А это значит, что я нацеливаюсь на окуня. Мелкую щучку или даже небольшого судачка. Ты все мушку кидаешь? Нет, микроджиг. Ух ты! Что это? Это окунь. Они тут бойкие. Иди. Это, кстати говоря, ребята, разловилась очередная приманка от Аксенти. Такой вот кракозябр. Наверное, веснянка это все-таки. Они под берегом стоят. Вот он. Есть. О, это щука. Это щука. Кайфуем. Это щука. Я, ребята, не хотел щуку сегодня ловить абсолютно. Я с флюрокарбоном. Это охрененный окунь. А, да? Да. Это бомбический окунь, ребятушки. Межяйцевый зажим. Тут как хорошо засел-то. Ну, отдай, пожалуйста. О, спасибо. Ой, какой гребень, смотри, распустил. Спасибо тебе. Ну что, ребята, могу я вам сказать? Просто 3 дня восхитительной рыбалки. Иди. Опа. Щука, говорит, а окуняра такой. Жирный. Да, бомбезный окунь. Под берегом в коряшках стоит. Грамм 250, наверное. Ну, для малой речки-то это вообще шикарная рыба. Ух ты, есть! Ах ты, сошел! Главное, палочку поменьше, и тогда будет вагон ощущений. Ах ты, да что ж такое-то, ну? Вот. Это окунь бомбезный. Ха-ха. Не, ну не такой бомбезный, конечно. Какой был он. Но тоже хороший. Вот он, полосач. Клевал, клевал он, клевал, клевал. Несколько раз он клевал у меня, ребята. Чуть ты в пиявках или в каких-то какашках. Смотрите, какой. Иди. Стоит там под берегом. Вот она, хорошая. Трясет головой, неужели мелкощук? Нет. Акушарик.
хороший. Грамм 200. Не, может поменьше. Гребень поднял, место потерял. Слушайте, ну вот эта резина от Accenti, она какая-то неубиваемая. То есть у нее есть такие легко рвущиеся, да, как, ну, наподобие Кейтека, например, да. А вот эта резина, ну я не знаю, там, сколько поклевок на нее было, ей хоть бы хны. Так, что-то поклевок нету. Все, закончилось Эльдорадо. Да, это был вечерний выход, походу. Ты это, встань где тут справа от меня, тоже в ту сторону направления побросай в коряжник плотнее. Ты просто не добрасываешь до него. Здесь поклевок, видишь, у тебя нету. Вот туда, вот между вот этими кустами, вот там, вот видишь, углубление в берегу. Угу. Вот там... Они вот типа вот таких вот кустов там затопленные, прям ломовые. Ну, могла так ударить. Вот он! Сорвался. Хорошо, хватал. Вот, ах ты! Да-да-да. Там они тусуются, там. У тебя где, вот здесь под берегом клевал, напротив? Да, вот где торчит эта самая коряжка прям, чуть правее. Вот он! Там он! Да хороший! Что, переместился, что ли? Да нет, да я оттуда всех не отковырял. Что-то прям вообще лютый. Мне аж немножко сикотно. Вот это он лопали на вечернюю... Ё-моё, вот это окунь! Вот это окунь! Вот это окунь! Братюня, погодь! Дай сфотографировать! Хороший. Как тебя поднять-то здесь? Сюда, 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 сюда. Давай сюда, мой хороший. Это просто. О! Вот это бродяга! Ух ты! Поклевище была! Вот это окуняндр! Вот это мы нашли! Улей окуневый. Это просто жесть. Ну, надо прям попасть точно. Да. Попал. Вот, идеально. Сейчас будет окунь. Поклевка. Мимо. А! Он за этот. Сбил приманку. Вот она. Он сбил приманку, и я все. Поехали. Поехали. Все, ребята, больше невозможно. Поклевки продолжаются, но солнце село. Короче, надо ехать. Ну вот и все, ребята. Мои новосибирские приключения закончены, подошли к концу. За нами. Кстати говоря, Обь. Это так символичненько. Но обские приключения продолжаются, потому что я сейчас еду. Куда, вы узнаете позже. Поэтому именно подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на канал Василия Сибиряка. Все ссылки будут под видео. Как прошла рыбалка, вы сами все видели, это было просто огненно. Поэтому пока-пока. Приезжай еще. Это было супер.